Генеральный директор Твиттера Дик Костоло покидает свой пост. Об этом он заявил сам сегодня в микроблоге в Твиттере. «Я очень горжусь командой Твиттера и всем, что сделал. У нас есть четкая стратегия целей и приоритетов», говорится в его заявлении. Костоло пришел в компанию в сентябре 2009 года на третий год ее существования. Спустя год он стал главой Твиттера и продержался на этом посту 5 лет. В 2013 году он был признан самым перспективным топ-менеджером Силиконовой долины. Однако в последние месяцы Костоло подвергался жесткой критике со стороны американских экспертов, указывавших, что Твиттеру не хватает сильного руководителя вроде Марка Цукерберга из Facebook. Сегодняшнее решение Костоло порадовало инвесторов, которые надеются на скорые перемены. Акции компании выросли на 5%. На бирже в последние месяцы ходили слухи, что Твиттер могут купить компании Google или Yahoo.